Мария Васильевна в этом доме на Гагарина живет вот уже полвека. Она ни домком, ни старшая по подъезду, но следить за чистотой и порядком считает своей обязанностью. А еще Мария Устенко разбила у подъезда палисадник, в котором круглый год цветут цветы. Это отмечает Соченко, своеобразное признание в любви родному городу. Я люблю, чтобы я всегда соседям говорю, надо убирать, надо сажать цветочки. Я даю соседям рассаду. Доказывать надо, надо любить, надо ухаживать, надо все время убирать, сажать цветы. Надо уважать соседей, уважать свой подъезд и дом свой любить. Я люблю город свой, и я горжусь своим городом. Чтобы все были счастливы, чтобы были все здоровые. И наши гости, чтобы приезжали к нам побольше. Александра Накладова любовь к городу также доказывает на деле. Будучи домкомом, она занимается и озеленением придомовой территории, и решением насущных проблем. Недавно вот добилась установки детской и фитнес-площадок. Я неравнодушна. Я стараюсь делать все для того, чтобы город процветал. Любите город. Созидайте, не разрушая. Все зависит от того, насколько вы будете его любить. Настолько засияет жемчужина у моря, наш любимый, родной город Сочи. Не будьте равнодушными. Если где-то работа вениками закипела в связи с приближающимся днем города, то для Азнаура Семенова это ежедневный труд. На улице Рос дворник отвечает за чистоту и порядок. Я здесь живу, я здесь родился. Это мой город, он должен быть чистым. Мы работаем каждое утро. Подметаем, чтобы вы выходили и было чисто, красиво для вас, чтобы радовало ваш глаз. Но опять-таки повторюсь, что чисто не там, где подметают, а там, где не ссорят. Мы стараемся для вас. С праздником!